Архивы, время, события, лица. Под таким названием вот уже четвертый год реализует проект «Димитровградский архив». За это время удалось собрать десятки интересных документов, которые предоставили из своих семейных архивов жители нашего города. Уникальные с исторической точки зрения материалы архивариусы используют в организации тематических выставок, экскурсий, интересных прежде всего юному поколению. В альбомах, наверное, у любого, как говорится, жителя нашего города есть документы, которые, ну, бабушек, дедушек, прабабушек, вот такие документы и фотодокументы, они представляют интерес. Если вы готовы предоставить архиву свои материалы, можно позвонить по указанным телефонам или написать на электронный адрес.